вопросов и на этом. Один, два. Андрей Иванов, десантному катеру Д-107 сотой бригады десантных кораблей Тихоокеанского флота объявляется открытым. Главнокомандующий военно-морским флотом номер 131 от 13 февраля 2023 года о присвоении почетного наименования десантному катеру Д-107 сотой бригады десантных кораблей Тихоокеанского флота. Иванов! Позвольте открыть наш сегодняшний митинг, посвященный присвоению почетного наименования Андрей Иванов. Слово предоставляется Наталья Владимировна, товарищи москвичи-пехотинцы, моряки, юноармейцы. Гвардии капитан Андрей Иванов был настоящим офицером, спасая товарищей, спасая их, погиб геройски. Оставил... Торжественный митинг, посвященный присвоению почетного Приглашаю подняться на борт, посмотреть катер. Уважаемый Оксана Анатольевна, от всей нашей школы, от 82-й, мы дарим вам цветы в честь героя Российской Федерации Андрея Иванова.
они смотрят сверху над нами, и они болеют за нас. Сегодня на аллее морской пехоты по возвращении наших боевых.